Приветствую всех, друзья! Вы на интересном канале. На обзоре у нас монета Великобритании номиналом 1 шиллинг 1948 года. Это монета регулярного чекана времен правления Георга VI. Данная разновидность монеты чеканилась в 1947-48 годах. Это шотландская разновидность шиллинга. Шиллинг равнялся 12 пенсам. Давайте рассмотрим нашу монету. Начнем с аверса. Автор аверса Томас Хамфри Пагетт. На аверсе изображен король Великобритании Георг VI. По окружности монеты надпись «Георг VI, милостью Божией, король Британии». По окружности вдоль канта точечный ободок. Давайте рассмотрим реверс. Перед нами реверс монеты. Автор реверса Джордж Эдвард Крюгер Грей. На реверсе изображен коронованный, сидящий на короне, лев, взятый из королевского герба Шотландии, просуществовавшего до 1603 года. В лапах у льва меч и золотой скипетр, на голове королевская корона Шотландии, которая вверху увенчана золотым крестом. Корона имеет две дуги, четыре полудуги. У основания дуг изображены золотые геральдические лилии, между которыми изображены геральдические листья земляники, в геральдике которой символизирует странника или бродягу. Эта корона украшена 22 драгоценными камнями, гранатами и аметистами, 20 полудрагоценными камнями, а также 68 шотландскими жемчужинами, речными жемчужинами. Этот лев называется сидящий лев или отдыхающий лев. С двух сторон льва спереди как бы изображен штандарт, национальный штандарт с Андреевским крестом. С другой стороны, как бы сзади льва, изображен штандарт древнейшего и благороднейшего ордена Чертополоха, на котором изображено растение чертополох с цепями. Чертополох является национальным символом шотландцев. Внизу монеты номинал «One shilling». Вверху монеты надпись на латыни «Fit Dev Int Imp» – «Защитник веры, император Индии». По краям монеты с одной стороны 1900, с другой стороны 48 год чеканки. По окружности монеты вдоль канта точечный ободок. Данная монета сделана из медно-никеля, чеканена на монетном дворе Лондона тиражом 45 351 937 экземпляров. Диаметр монеты 23,59, толщина 1,7 мм, гурт рубчатый. Вес 5,66 грамма. Цена монеты зависит от состояния и места покупки монеты, от 15 до 25 гривен. В состоянии uncirculated будет гораздо дороже. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем удачи. Пока.